10 лет назад здесь была пустыня. А теперь город химиков Наваи известен далеко за пределами Узбекистана. У мощного месторождения природного газа поднялись установки химического комбината. Отлично трудятся химики Наваи в эти предюбилейные дни. И среди них лучшие – Рауф Сулпатов и Камил Шарапов. Комбинат дал жизнь новому городу. Их труд сливается с трудом тех, кто возвел новые здания, кто прокладывает новые улицы. Все дальше и дальше отступает пустыня перед новым городом Наваи.